two, one, two, three. Once more, for more, new for the show. Regret, regret, I'll go, can't go without you. Save all my blues right here. And you can hear the feeling, so all my blues right here. Очень просто. Всем привет. С вами снова я, Виталий Татаринов. В замечательном настроении и в радостном расположении духа. И как вы уже догадались, сегодняшний выпуск о короле рок-н-ролла Элвисе Аароне Пресли. Я расскажу вам, дорогие друзья, как Элвис появился в моей жизни и какое влияние он оказал на меня, на мое творчество, да и не только на мое творчество, а на всю мировую музыку. Потому что, как сказал однажды Джон Леннон, до Элвиса не было ничего. Когда-то один эмигрант, с которым я встретился, будучи на гастролях в Америке, ответил на мой вопрос, когда его спросил, кто, на ваш взгляд, является лучшим певцом на планете всех времен и народов. Он сказал: Элвис. И добавил: лучше нет. Итак, все по порядку. Как появился Элвис в моей жизни? Однажды, когда я еще учился в школе, я зашел в гости к своему другу, с которым мы вместе музицировали, играли, ну и впоследствии сочиняли что-то в стиле. Сначала это были рок-н-ролльные песни. Так вот, однажды я зашел к своему другу, и он задал мне вопрос: а ты слышал Элвиса Пресли? Ну, имя, конечно же, я слышал. С музыкой Элвиса я еще не был знаком. Тогда он мне поставил песню, которая звучала тогда еще на бобинном магнитофоне. У него был такой бобинный большой магнитофон, по-моему, «Комета». И вот он поставил песню. По-моему, эта песня называлась «My Baby Left Me». И зазвучала «My Baby Left Me» там. И я услышал, когда я услышал голос Элвиса, у меня внутри, знаете, вот что-то, возник какой-то отклик, какая-то вибрация, такое ощущение, что этот голос я когда-то давно уже слышал. В общем, было ощущение дежавю. Меня заинтересовало, мне стало очень интересно. Я попросил, вернее, я записал с бобины на кассету, я переписал целый альбом, сборник песен Элвиса, и потом начал его дома слушать. Ну и, конечно же, я был вовлечен в творчество, в музыку Элвиса. Это был интересный экспириенс, интересный опыт, потому что ничего подобного до этого я не слышал. Позднее, когда я сам начал петь, выступать, я, естественно, поставил перед собой цель научиться петь по-настоящему. И внутри мне пришел ответ: а что такое петь по-настоящему? Настолько проникновенно, как Элвис, чтобы достучаться, как бы не громко это звучало, до сердца каждого слушателя. Like a river flows, surely to the sea. Darling, so it goes, something's unmeant to be. В школьные годы я был настолько одержим музыкой Элвиса Пресли и, можно сказать, даже самим образом Элвиса Пресли. А мы тогда коллекционировали плакаты,
пластинки, ну плакаты тогда еще не выпускали, их практически вообще не было в продаже. И вот одна история интересная, когда я в одном магазине заметил вырезку из журнала, на которой красовался Элвис Пресли, а внешность у него для короля рок-н-ролла была идеальна. Я бы сказал, он обладал всеми тактико-техническими данными, чтобы соответствовать этому названию «Король рок-н-ролла». Так вот, увидев изображение Элвиса в одном из магазинов, мне закралась мысль украсть эту фотографию. И я все ждал, пока перед продавцом возникнет толчая, и люди, очередь, то есть загородят ему обзор, и я смогу все-таки украсть эту фотографию. И так я провел, наверное, около часа в этом магазине, и так мне не удалось похитить эту фотографию. Вот такая вот история. И вообще добывать информацию о своих кумирах, это была отдельная история в те годы, в школьные годы. Чем-то она напоминала охоту. Например, мы шли в читальный зал, записывались в читальный зал какой-нибудь библиотеки, допустим, центральной библиотеки города. А тогда там были подшивки журнала, допустим, «Ровесник». И там иногда в «Ровесниках» мелькали какие-нибудь, не новости, но какие-нибудь сведения о кумирах 60-х, 50-х, в том числе об Элвисе Пресли. И вот под видом читателя, увлеченного читателя, я брал подшивку этих журналов и что-нибудь тайком вырезал, какую-нибудь фотографию или заметку. «Ворюга!» — скажут люди. «Тварь!» Однажды во сне ко мне явился Элвис. Выглядело это примерно так. Вот примерно при таком освещении мы сидели за столиком друг напротив друга в каком-то заведении совершенно одни. И я обратился к нему, что-то вроде того, что «послушайте, как я спою для вас». И запел. Я запел акапельно, то есть без музыкального сопровождения, и взял какие-то несколько ложовых нот, скажем так. Элвис остановил меня и сказал: «Вот сейчас я даже не обратил внимания на то, что ты спел не те ноты, а я обратил внимание на то, что ты спел низким тембром своего голоса». И добавил: «Пой низким голосом». Looking for trouble, you came to right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green, I had a mother jack, because I'm the world. My little ladies is real. Well, I'm your own, so don't you mess around with me. История такая. История про деда, про американского деда. История такая. Во время одного из очередного своего выступления в Одессе, в одном из клубов Одессы когда-то, ко мне на концерт заявились девочки легкого поведения, назовем их так, со своими клиентами. А клиентами их в основном были на то время, да и сейчас, наверное, это иностранцы. Так как Одесса — это все-таки портовый город. Ну и вот, во время моего выступления я решил исполнить песню из репертуара Элвиса. Это была песня «You don't have to say love me». И вот во время, как только я запел эту песню, какой-то дед, американский дед из вот этой делегации, подбежал ко мне, рухнул передо мной на колени и пытался схватить меня за ногу. Естественно, я пытался его поднять, ну, мне стало неловко, я пытался поднять человека на ноги, но он вставал и снова падал, при этом повторяя: «Элвис, Элвис». То есть с ним он вошел в какое-то экзальтированное состояние, возможно, ему показалось, что перед ним поет настоящий Элвис Пресли. Я снова его попытался поднять на ноги, но он снова падал. В общем, я испытал такое двоякое чувство. С одной стороны, мне было неловко то, что передо мной человек стоит
на коленях. А с другой стороны, где-то это тешило мое тщеславие, самолюбие, потому что все-таки передо мной был не простой дед, а американский дед. Вот такая история, друзья мои. Существует такое мнение, что Элвис повлиял на всю культуру глобально, не только на музыкальную культуру, но на всю культуру второй половины 20 века. Ведь благодаря ему появились на свет такие величайшие группы, как Beatles, Rolling Stones и многие-многие другие исполнители признаются, что не было бы их, если бы в музыке в свое время не загорелся яркой звездой Элвис Пресли. Уникальность Элвиса была еще в том, что это был первый исполнитель, который пел и одновременно двигался, одновременно танцевал, что было совершенно не свойственно белым исполнителям. В основном все белые исполнители до Элвиса, они были статичны, они пели в приглаженной белой манере, такие как Пэт Бун, Фрэнк Синатра и прочее. В этом смысле, наверное, он перенял и объединил в себе манеру исполнения черных исполнителей. Его поэтому и называли «белый с душой черного». Спектр возможностей, вокальных возможностей, артистических возможностей Элвиса был настолько широк, что он мог исполнять практически любую музыку. От рок-н-ролла до классик. Он исполнял итальянские песни. Большое значение Элвис придавал альбому «Promised Land», который вышел в 1975 году, «Земля обетованная». Этот альбом состоял из религиозных песнопений. Или вот, например, альбом рождественских песен Элвиса, который я приобрел когда-то в Одессе на книжном рынке в Одессе. Американский фирменный альбом «Elvis Memories of Christmas». Вот так, друзья мои, в моей жизни появился когда-то Элвис Пресли, чему я безмерно рад и счастлив. А я с вами не прощаюсь, я говорю до новых встреч, до новых сказок. Ставьте жирный лайк и подписывайтесь на канал Виталий Татаринов Music. Пока!